И начнем мы наш выпуск с трагедии, которая произошла сегодня в Михайловском районе. Около полудня в районе хутора Сенной упал легкомоторный самолет, который проводил работы по опылению полей. Пилот, бывший военный летчик-инструктор, погиб. От полученных травм майор авиации скончался на месте происшествия. Больше никто не пострадал. По факту Михайловским межрайонным следственным отделом проводится проверка, в которой установлено, что пилот выполнял работы по опылению сельскохозяйственных культур ядохимикатами. Причины происшествия выясняются.